Я стал свиньей! Да ладно! Сразу с первого раза, чувак! Чё? Здорово, дай я пройду мимо. А, зачем? Капец! Ты зачем меня убил? FNAF Play. Нет! Господи, они убили... FNAF Play. Сволочи! Ты сюда подошёл! Ну какой злодей, как... Сюда подошёл, какашка! Не подойду, не подойду! Сюда! Вперёд, защитник! У меня нету! Да я не понял! Ну конечно! Вытащи меня! Чё? Тихо, медведь упал, смотри, на голове стоит, смотри, ты видал? Это кто? Это что? Картофелина? Привет! В этой серии ты увидишь много крутого контента. Я поиграю в Пиги Роблокс в коопе с другими ютуберами, покажу финал 11 главы, а также поиграю за Пиги. В общем, будет очень круто, так что сразу ставь лайк, если хочешь больше коопов по этой игре. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, и погнали играть! Ну давай, всем привет, ребята! Да, я появился уже, а ты где? В смысле? А, вот, ты здесь даже. Нас убивают! Я свинья! Я стал свиньей! Да ладно! Сразу с первого раза, чувак! Чё? Ты тоже свинья? Чё происходит? А вы чё все свиньи? Все свиньи! What the fuck вообще? Что за фигня? Что за хрень? Я ничего не понимаю. Я хочу тебе на фой. Ты где? А я тебе, я за тобой, я за тобой бегу. Ребятишки. Тысячи свиньи, тысячи одна свинья. Иди за... Валим GMD, валим! Геймовер, что? Стали свиньями. Какого хрена вообще? Но есть 11 глава. Надеюсь, кто-то из нас будет свининой. Это будет эпично. Так, голосуем за свинину. 5 человек за свинью, друзья. 5 человек. И рандом на нашей стороне. Ну, пожалуйста, ну давай. Ну. Есть! GMD свинина. Есть. Ребят, ну все. Это 1 000 000 лайков. Это топ-контент, ребят. Так, давайте посмотрим катсцену. Всё, ребята, отсюда шел сигнал. Фнафпоя я не убью, потому что мы сейчас. Отсюда шел сигнал, и я думаю, что нам нужно пробраться внутрь. Это какая-то огромная крепость. Мы должны увидеть концовку, ребят. И GMD мне в этом поможет, потому что он за меня. Так, короче, ты же видишь, что у меня ник Фнафпоя, да? Секретная тактика Фнафпоя. Так, вы можете ставить ловушки на контрол. Короче, вали всех просто, кроме меня. Ты же знаешь, как я выгляжу. Так, атаковать-то как? Атаковать? Просто кликом, наверное. Я вижу, GMD бегает. Ладно, я пока... У нас просто времени мало, надо собрать все предметы. Она такая быстрая, капец. Да? Ловушки ставь, я не знаю. Ну попробуй всех убить. Угу. Мне надо пока... Мне надо пока найти хоть какой-нибудь ключ. Я вообще пока ничего не нашел. Надо танк запустить, чтобы он поехал. Там чувак, короче, с морковкой ходит, он хочет тебя убить, если что. Как я ее не ударил? Как? Я не знаю. Они меня троллят, эти игроки меня троллят. Есть! Минус один, я это видел. Ты на капкан, да? Капкан был, да? Здорово, дай я пройду мимо. А, зачем? Капец! Ты зачем меня убил? FNAF Play. Нет! Господи, они убили... FNAF Play. Сволочи! Убил FNAF-плея! Ты нафига убил FNAF-плея? Чувак! В комментариях... Ну блин, хоть раз, вот я уже, я же не знаю, 800 раз играл, 800! Ни разу не был свиньей, серьезно. Что за дискриминация медведей в этой игре, я не понял. Типа, если я медведь, я не будь свиньей, да? Чё? Долбанный пятачок. Капец. Ну давай, сейчас я опять GMD, я охренею тогда. Да почему всякие Да у него ник даже не читаемый, ё-моё! Это бензин, ребята! По-моему. Да? По-моему. Да, канистра, я в танк сяду, да ладно! Вперёд. Блин, мне нужно это сделать, это просто будет топ-контент на 1 000 000. Где она? Тебя. Где она? Она ждёт тебя. А, отлично, она как раз там, где мне нужно, супер! Она сверху была, а я как раз вниз спрыгнул. Всё, капец. Ну это ГГ. Да, это ГГ, я сяду в танк, ребята, офигеть, давай, смотри, в танк поехал, он поехал, а где патроны я оставил? Мне нужен патрон сейчас, мне патрон нужен. Патроны? Патрон я оставил внизу. Я пытаюсь, ребята, все, сейчас будет эпик, сейчас я взорву стену. Последние секунды. Давай. Я успеваю, ребят, все, давай, вот, так, смотрите. Давай. Бах, просто офигеть. Что тут ключ-карта?
Я взял ключ-карту. Чувак, здесь шифр какой-то. Не-не-не-не, ключ-карта. Давай, ливай. Открывай. Открыл. Так. Что еще надо? А, только огнетушитель только нужен. Где он? Ты помнишь, где огнетушитель? А, да вверху. Я не успею. Блин, не только, все. Ребят, огнетушитель, только и все. Я бы сейчас выбрался, черт, мне просто не хватит времени. Это была победная катка, ребят. Ну, блин, ну мало лайков поставили. Давайте в следующий раз побольше лайков заведем, чтобы я точно затащил. Ну, смотрите. 5 секунд, вот огнетушитель, вот дверь. Все. Я бы сейчас выиграл. 1. Это была победная, блин. Но это не победа, это не считается. Но я почти, ну, я уже был близко, блин. Это такой бомбящий хрень, но я один оставался, все сделал. А давай резко умирать, чтобы всем все руинить. Давай, руиним катку. А вот мы заруиним не потому, что мы говнюки, а потому, что карту нашу не выбрали. Все, мы психанули. Да, мстим. Пошли умирать. Свинья! А, пошли в вентиляцию, там крыса бегает. Мы в вентиляцию залезем, крыса нас убьет, давай. Ага. Вон, я уже умер. Крыса! Крыс. Иди сюда. Я иду умирать. А качок тут стоит. Я залез в вентиляцию, иду крысу. Все. Она меня сквозь текстуры жахнула меня. Да ну какого хрена? Сейчас-то мы где? Мы в городе. Умираем. Давай, я тоже. У нас вдвоем, смотри. Давай даблкил, да. Чего, опять ливать? Да, опять ливать. Диги, пиги. О, смотри, какой умник. Ля, пацаны, здорово. Ля, это мышь. Мне надоело сливаться, когда мы начнем нормально играть. Короче, мы пригласили Лекса, он создал свой сервак, мы сейчас будем играть. Погнали. Я нажал play. Давай, уже скорее заходи. Я зашел. Вот, я за игрока. Да, вы за игрока и за свинью, наконец-то. Кто... В смысле, плеер? Так а свинья... А, так это рандом... Да вы идите! Да идите вы нафиг, блин! Да какого хрена с первого раза человек сразу свиньей стал? Да я уже миллион лет пытаюсь за... По жизни. В жопу. Это издевательство. Давай хотя бы сейчас игру по-быстрому. Давай концовку покажем. Я даже не знаю, как в это играть, а вы до сих пор говорите обдурите. Обдурите? Короче, пошли. Как бить? Ничего не скажем, мы проходим. Нажимать на нас. Все, надо пройти. Там все указывается, если что, на стенах. Я уже иду. Так, ты такая... Да какого хрена-то? За что? Нас нельзя убивать, мы это, проходим карту. Давай, проходите. Ты это в смысле проходи, ты понимаешь, если ты нас убьешь, то мы не пройдем карту, нет? Вон бегает за GFD. Там еще какая-то пиги есть, Бегает. Да это нормальная пиги, она адекватная. Что-то я ни одного ключа не могу найти. Я не могу найти ни одного ключа. Я вообще ничего не могу найти. Че все заперто-то, господи? Да хоть ловушки ставить, да блин! Он хитрожопый ставит ловушки в дверях. А мне, кстати, ничего не показано, то, что это. Я в ловушечку попали. А все, это секретная информация. А там звук же, нет? Так, зеленый ключ. А какой звук? Хорош, уже зеленый ключ взял. Слышь, GMD, беги наверх, короче, к лестнице, там морковку возьми и убей этого, убей свинину. Потому что я с ключом бегу. Давай быстрее, морковку, быстрее, сейчас мы посмотрим, как Лекса будет гасить. Ну где он там? Вот, все, смотри. Вперед, защитник! У меня нет! Да я не понял! Ну конечно! Че, тихо, медведь упал, смотри, он на голове стоит, смотри, ты видал? Че за трэш? А все? Он всего один раз играет? А если ты еще морговку найдешь, еще раз будет. И вы где, блин? Дай координаты, где вы? У танка. У танка, окей. У танка, она меня танком хуя. Сейчас танк поедет, подожди. Пиги, дай мне войти. Тихо, я танк заправил, я танк поехал. Она меня спалит. У меня танк поехал. Пиги, хватит. Тихо, мы почти выиграли, все, мы почти выиграли. Да какой? Не могу, ропал вообще. Где вы? Слышь, дай координаты. Мы сейчас здесь рядом. Все, вижу. Тихо, он тебя газит палкой, я вижу, тихо. Я-то здесь играть не умею. Отойди, нет, отойди. Эй, хорошо. Все, он за тобой пошел. В смысле, не надо? Не надо за мной, нет. Ну а что ты хотел? Да нет, блин, иди за GMD. Давай за мной. Да what the fuck? Давай за GMD, иди. Нам надо сделать концовку. Да, нам концовку надо сделать. Да блин, он тут гоняется. Я не ждал, я бы кого-то убить один раз. Буга-буга. Хотя бы, да меня не надо убивать, я главный герой, отстаньте от меня. Иди сюда, розовая, эй. Розовая.
Дуй сюда, давай, свою задницу сюда. Уведи его наверх, слышь, уведи его наверх. Увожу, 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 так, уводись. Пиги, пиги, дай мне войти. Давай, давай, за мной, за мной. Я ору просто. Давай, розовенькая, иди, давай, иди сюда. Да он опять ко мне идет, слышь, он ко мне идет, ты что делаешь-то? Да он не к тебе идет, он... Он нюхает запах на впое. Он идет ко мне. Ищет. Ну ты какого фига-то ты... А-а-а! Ну а что я сделаю? Да уведи его отсюда. Короче, слышь... Красный ключ. Какой ключ? Ты должен... Да красный не нужен, ты должен зайти... Да уведи его наверх куда-нибудь, слышь? Уводи, сиди сюда. У нас 3 минуты, блин, еще просрем. Ну а что я сделаю? Это все пиги. Она играть нам не дает. Да капец, он специально это делает, смотри. Вперед, 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 давай, мы можем идти. Да в смысле? Да мы забрали уже, дайте концовку-то сделать. Все, я открыл дверь. Можно, можно убить, я верю. Сейчас, короче, если я буду свиньей, я буду бомбить. Потому что... А, что, концовка? Да концовка, естественно. Да идите вы нафиг! Вы серьезно? Нахрена? Я концовку хочу посмотреть! Да это издевается. Короче, игра надо мной издевается просто все время. Все время, постоянно. Бесконечно. Буду вас убивать, хоть все. А, ты будешь. Это месть будет сейчас. Во-первых, GMD за то, что он свиньей играл, а я нет. Во-вторых, Лекс за то, что меня завалил в виде свиньи. Все, вам хана, пацаны. Просто. О, нифига. О, смотри, 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 сюда подошел. Сюда подошел, какашка. Не подойду, не подойду. Сюда! Минус GMD! Есть! Так, играл, что ли? Последний живой, кто ты там? Кто он? Кто он? Кто он? Все, месть моя страшная. Я сказал, я буду оранжевый. Мстить. Бей кексика этого. Я иду, 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 валить его. Давай, оранжевый нашел, его. Оранжевый. Свинка пойдет за тобой. Ну все. Ну все, это месть, это страшная. Это я сказал первый. Тихо. А вот и ключ от капкана, кстати. Где, а где он, кстати? Ты давай инфу, где он? Я не знаю. Меня нету, если что. Тебя нету? Сейчас я тебе покажу. Он в качалке, да? Я сижу где-нибудь в углу, так что ты меня не увидел, не спалил. Угу, угу. Он в качалке, да, говоришь? Да. А, она вижу наверху, да? Ну давай, иди сюда, иди сюда. Он тебя дразнит, смотри. Я его сейчас так подразню. Сейчас, 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 сейчас. Своей палочкой. Сейчас все будет. Ну тут бан. Это смерть! Ну давай. А все, он установил. Отлично. Сейчас, 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 сейчас. Ну уже красный ключ, видишь? А я его уже... Просто сдайся, просто, просто умирай. Тебе не выжить, пока моя смена. Так, давай, давай. Ну все, это смена в напое, это смерть, это бан. Где он? 100 тысяч лайков. Это миллион тысяч лайков. Наконец-то я играю свиньей. В танк. В танк пошел, понял. В напое дождался. Еее, месть! Все, наконец-то. Так, спокойно. За танком, за танком, да? Спрятался, да, 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 да. Че, уходи, уходи отсюда. А, блин, на ловушку не попался, смотри, не попался на ловушку. Куда морковку нести, морковку? Я тебе сейчас понесу морковку, слышь. Очкастый. А короче, ты не знаешь, что на моей стороне он. Есть! Почему? Я даже не знал, что такое возможно. У меня свинья флексит, смотри. Солдат Жмых тебя победил. Свинья флексила. Да, миллион тысяч лайков я затащил. Против Джим Лин, против этого сразу. Затащил. Давайте еще раз. Давайте еще раз. Вроде бы мы должны с тобой на одной стороне быть. Да я всем я помогаю. Я не знаю, что делать. Ничего, и молчу. Я мать Тереза, чувак. Я все всем просто. Помогаю. Ну ладно, я отомстил. Ты не помогаешь, ты ему помогаешь только. Можно? Ты помогаешь противнику, да, своему. Да я тебе сказал, что иди на оранжевую, отдай оранжевую. Ладно, ладно, все. Я же тебя не убил, тебя убила свинья. Жми, пуэ, алло. Я зажал. Тебя, получается, убила свинья военный, который. Смотри, да нет, да блин, да убегай, убегай. Пиги, 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 смотри, смотри, смотри. Бах, просто. Ну, я тебе посмотрю, как. Сила,
Нифига тебе здесь по-английски написано. По-английски написано. Да ты не умеешь. Это шифр, кстати. GMD, срочно делай видос, там шифр какой-то. О, секрет. Тихо-тихо-тихо, она там, тихо-тихо-тихо. Шифр Цезаря, кстати, это, да. Уйди, пей. Нам надо ключ-карту достать, все. Не буду есть, не буду вас есть, забирайте. Бери ключ-карту. Учительница Пиги, смотри, 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 это учительница Пиги, она обманывает нас. Берите ключ-карту. Я не хочу заходить, да уйди. Бери ключ-карту. Пошли, пошли. Пошли, я быстрее, пошли! Взять, быстрее, на выход, быстрее на выход, быстрее на выход! Победа, а ребят! Победа, открывай, открывай! Есть, катсцена! Наконец-то! Так, ну-ка. Здесь мистер Пи! Здесь мистер Пи, ты понял, мистер Пи! Ага. Ты готов встретиться с ним лицом к лицу? Хрен его, за кто такой мистер Пи? Я знаю, есть мистер Ти! О, это чё, мелкий? Подождите! Это Джордж, это Джордж! Джордж! Моя сестра наблюдает за тобой, чё? Я что-то там выиграл в игру прятки, короче. Почему ты не последовал за нами, Джордж? Я хотел посмотреть, что будет с моей семьей в тюрьме. Короче, там армия свиней, смотри! Ага. Что-то, короче, будет какая-то толпа. FNAFPLAY, возьми Джорджа и идите туда. Понятно. Короче, нам надо идти к мистеру Пи. Держитесь вот поближе к Джорджу. О, смотри, мы пошли к мистеру Пи. Хорош. И армия свиней. Обоссаться. Все хорошо, пони. Я знаю там, что там. Они остаются снаружи, а мы идем типа к мистеру Пи. И чё, и весь прикол? Они нас спасут. Подожди. О, мы пришли к мистеру Пи, офигеть, смотри. Чё? Это кто? Это что? Картофелина? Вам, говорит, хана. Это катастрофа. Я мистер пытался Потейто сделать... А, подожди, это терминатор картошка. Что? Это терминатор картошка. А, мистер Потейто, мистер Пи Потейто. Все понятно. Этого не может быть. Лясь, сюжет 10 из 10. Вы двое нереальны. Мой разум играет со мной. Что? У картошки это есть матрица, разум уже. Взрыв мозга. Люди, зачем вы сюда спустились? Вы хотите на меня охотиться, типа? Мы хотим поговорить. Ага, поговорить. С палкой такой стоит, поговорить хотим, да? По-братски. Вы двое уже мертвы, оставьте меня. Да ладно. Мы должны следовать за ним. Это, походу, следующая глава 12, она будет в этой, в логове мистера Пи. Прикинь, вот в этой, короче, футуристической лаборатории. Вообще 10 из 10, неплохо. Короче, ребят, завозим лайки. Мы прошли на концовку, на 11 главу. Я поиграл за свинью, было весело, офигенно. Поэтому давайте лайкосов завозите побольше под видос, чтобы было больше серий про свинину. Ну и чё, кто что-нибудь скажет, нет? Да, всем спасибо за просмотр, не забываем про лайки, ребят. Обязательно подписываемся на наши каналы. Я думаю, ссылочки будут все в описании. Всем спасибо за лайки, за просмотры и за вашу активность. Всем до... Да, ну, до скорого. А GMD, ты забыл. Ты должен показать всех жопу. Всех люблю, целую. Ты должен показать жопу за 100 тысяч лайков. Чё? Да-да-да. Короче, завозим 100 тысяч лайков, GMD показывает жопу в следующем видео. Опять. Все, идеальный финал получился. На этом ролик подходит к концу. Надеюсь, тебе понравился этот кооп и ты уже поставил лайк. А также пиши в комментариях, какую главу нам пройти в следующий раз. А сейчас всем удачи и всем пока!